И здрасте. Вещаем из такого чудесного весеннего леса. Уже не Подмосковье. Выпали чудесные недельные каникулы. Ну, все в курсе, наверное, уже. Но видео будет позже выкладываться, поэтому дай бог вся эта хрень пройдет. Всем здоровья. Вот. Здесь старый лес. Песчаники местами. Вот мы и решили здесь поползать. Приехали в этот район по делам. Приборы, естественно, взяли с собой. О, замечательно, плюс 12. Но пока еще жары нет. Еще утро, пока часов, наверное, 8. Первый сигнальчик у меня. Ну, не первый, а первый нормальный сигнальчик. Поздние советы. Копейка. Копеечка 61-го годика. Вот, ну мы в принципе просто погулять приехали, замечательно воздухом подышать и птиц послушать. Сейчас вместе с вами погуляем, посмотрим, что здесь есть в этом лесу. Ну, здесь сейчас елки, ну в смысле сосны, сосновник, сосновник. Вот. Раньше по картам старый лес был. Вот и глянем. Такие интересные места попадаются в лесу. Еще лед стоит. Здесь, видимо, низина, сырость. По логике вещей, одна туда дорога уходила, другая туда. Сейчас попробуем определить это по наличию. Границу показывает вот так. Ну, границу так, да. Ну, мне кажется, туда вот шло что-то. Вот, по следам жизнедеятельности надо определять, пробовать. Будут черные сигналы. Смотрим черные сигналы. Что здесь вот сейчас было сигнальчик черный, а укопнул гвоздь от подковы. Вот, ну, в принципе, это присутствие человека. Елка классная. Да, большая. Ну, короче говоря, очаровательный лес. Какие запахи. Ой, жалко, не передает камера. У меня нос пробило. Даже вечная аллергия. И прям хожу, балдею. Но ольху обхожу стороной. Пойдем вот туда сейчас сходим. Сейчас здесь на бревнышке сидели, чай пили. Дальше пошли. И вдоль ельника. Вот он, четкий накат. Непонятно, когда он был. Но понятно, что это не имперский. Потому что по картам, по старым, нет здесь ничего. Но советы есть. 49-й год. Ям нет, советы есть. Сейчас мы ее посмотрим, эту дорогу. Такая вот лужище, которая еще, наверное, при царе Горохе здесь. В ней вечно все вязли, да. Обнаружен коп, раз, коп два. И между ними практически рамочник. В общем, кстати, не в плохом сохране. Сейчас мы здесь еще пошастаем, а потом идем по ручью. Следующий сигнал. Вот мы идем. Вот она прям идет. Но дорога точно не имперская. Но утыкается в имперскую. Поэтому мы сменили маленько направление и двигаем туда. Ну, так, ну доставай, что там у тебя. Блин, от батарейки. Да ладно. Жопа от батарейки. Жопка от батарейки. А уже обрадовались, что монета. Ну да ладно. В мусор. В карман. Все мы забираем. Леса чистим. На, не зря мы сюда пошли. Ха-ха-ха, не зря. О-хо-хо, серебро. Тетя Люба, как обычно, шла-шла и нашла. Пятнашечка, белончик, 27-й годик. Ну, в общем-то, вполне я себе. Шлепнул. Где? Не знаю. Не, не видно. Коцаная. В общем, прекрасная дорога. Да, вот он. Вот здесь я ее по краю. Ну, полирнем. Это все равно к нам в коллекцию. Пусть лежит. Ямки есть, вот очень-очень редкие. Человек шел, ну, судя по всему, просто шел.
быстро шел. Хорошая здесь, здесь даже империя. Ой, вот империя. Здесь, кот снова. Здесь даже это сохраняется. Рамочники вон. Сейчас достал двадцатку, прекрасно сохранил. Птички поют, солнышко светит. А, на не птички. Жопку видно, все остальное не видно. Будем двигаться вот туда. Идти надо медленно. Если ты смотришь что-то, ну в данном случае дорогу, то идти нужно очень медленно. Лужи, они на то и придуманы, чтобы в них все терять. Во, хорошая мысль. Какой-то сигнал. Я только что достал пуговочку гирьку. Маленькую. Там что-то есть. Ну, не факт, что что-то хорошее. Ну, на камеру сейчас бабанки. Я кого знаю, что-то. Ну, вот. Сейчас посмотрим, что чего-то. Не, глубже. Два, что ли? Здесь один. А тут второй. Ну, вставай второй. Ну, второй я уже... Железяка, наверное. Вижу, что это. Это что-то... Это не железяка. А что это? Я не знаю. Что... А, медь. Где? Ну, медь-то забираем. А там тогда что? Не знаю. Что-то было, конечно. Может быть, просто. Что-то было. Что там? Грязь. Ну, грязь-то понятно. Вот ведь эстет это, ё-моё. Ну, Игорь, у меня сейчас набьёт всё под ногти. Это самый кайф. Здесь какая-нибудь проволока. Улетела. Улетела на пол. Или нет? Птички. Что это? Хрень какая-то. Мусор. Так, мусор в карман. Пуговичка, гирька в хабарницу. Медь в рюкзак. Ой, подожди, дай хоть вытру чем-нибудь. Эти салфетки были, они больно грязные. Вытрем. Ой, блин. Что это за жбань-то хоть? Какая-то... Или это не медь? Не, ну медная. Нет. Ты вынь землю из нее палкой. Медная такая. Понятно. А, блин. Ты же варвар, ты умеешь вышибать все эти штуки. Люба варвар. Люба ты. Ну, в общем, пока ничего дальше интересного. Хрен его знает, нет. Но это какая-то медная штука тяжелая. Ну, сейчас заберем. Дальше вот такие завальчики, но мы туда тоже полезем. Обочинка. Трешечка, 54-й год. Так. А у Любы что-то у нас там есть. Ест. Какая там пожеванная. Пожеванная. Вообще ничего не видно. Убитая. Угу. Ну все равно забираем. И пятнашка есть. Еще одна монетка. 27-й. 27-го год, копеечка. Смотри. И пятнашка 27-й. Да, кстати, прикол. Ранние советы по этой части дороги. А 54-й, 49-й, вот, ну, короче, по той части дороги. Вот очень интересно получается. По монетам можно понять, кто как, в какое время как ходил здесь. Интересная дорожка. Что-то клещей не видно пока. Уже разжарило. Да. Очередная находка. Какой? 49-й. Ну, хоть совет пособирать, в общем-то, в кайф после зимы. Особенно если учишь, мы всю зиму собирали. А, ну. 49-я рамка. Держи. И вон она продолжается, дорога.
Где-то она пересекалась со старой дорогой. Там посмотрим, что будет. Там что будет. Вот это уже интересно. Я не выкурила, она под бревном. Как всегда. Бабочки полетели, комары, мухи. Что там? Ну, какого года? 45-го, что ли? Непонятно. Так, вот дорога, вот изгиб какой-то тоже обходил, видимо, какую-то большую лужу. Продолжаем искать. Первая медная монета с этой дороги. Это империя. Имперская какая-то. Это копейка. Ой, она убитая. Последнего имперского формата. Угу. Ну, мы его все равно заберем, естественно. Ибо нефиг в земле валяться. Вот, вот этот пятак. Вон там сейчас империю подняла вот здесь. Вот. Да, и вот он тут дорогу мы по ней шли и говорили, что должна пересекаться со старой имперской. Вот она, похоже, и есть. Начала попадаться империя. А, нет, не империя. Не империя? Извините. А, это рамочка 10 копеек. Мне показалось сначала, что орел. Орел? Почти орел. Съеденная, ну ничего, забираем. Сейчас ее пощупаем. На предмет, что здесь есть. Проверили дорогу, которая в поперечку уходила. Ничего на ней нет. Вернулись на нашу, по которой шли. Продолжаются советы. Какой? 56-й. 56-й годик. Трешечка. Еще какой-то ключик еще один нашла. По ключке это бывает. Ну, идем, значит, по ней. Ну, какой здесь завал. Кусты. Медная монета. Я пока не вижу, что это. Но медная. Медная. Посмотрим. Последнего чекана опять. Опять, да? И опять убита. Естественно, здесь влажность. Да, грунт здесь, конечно, не очень. Просто. Да. Ну, империя вот, здесь, конечно, мертва. Сижу я тут и размышляю. Чего же это мы такое нашли? Покажу. Спецы есть? Мы не очень. В наших краях такие вещи попадаются очень-очень редко. Хрен его знает. Расскажите, что это. Если мы не найдем. А если найдем, то прикрепим. Так, очередной совет 35-го года. Там конец леса, как вы видите, виднеется. Что дальше, непонятно. Вот. Очередной советик. Очередной квадратик. Квадрат! Я сейчас поднял конинку с ноготок. Вот. В Люба следующая монета. 26-го года. Ранние советы, это хорошо. А, нет, 35-го. Ну, а, у меня 35-го тут сейчас что-то был. Троят, по-моему. Копеечку. А, ну, сохрани. Вполне. Ну, эти-то сохраняют. Фу, слава тебе, Господи. Отменись. Сидим, загораем. Жарко, развеялись уже.
Почти до трусов. Сказал он, сидячи в куртке. Ну да. Ладно, сейчас дойдем до краю. Вода, конец марта. До краю леса и посмотрим, что еще будет здесь. На бревнышке сейчас здесь сидели. А здесь двушка. 26-го года. Вот затертенькая маленечко. Ну, пойдет. Ну что, друзья, вот и подошел к концу сегодняшний день замечательный, весенний, весенних каникул. Ходили, побродили, прошли 6,5 километров. Обратно уже устали, просто так шли. Ну, практически не искали, потому что и дела были, нужно было сюда на дачу заехать. Вот, сейчас покажу результат. Сейчас. Что мы сегодня накопали? Накопали мы сегодня, ну, конинка, понятно. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 17 монет. Ну и вот это дирхемообразная. Ну, в зачет уходит пятнашка, естественно, но и дирхемообразная. На этом солнечном, на этой солнечной нотке прощаюсь с вами. Берегитесь комаров. Берегитесь, да, берегитесь комаров, клещей. Комары достали. Спасибо, что смотрите. Ну и будьте здоровы. Всем пока.